Скажи, ты больше не нашел нигде места, где заняться этими делами, чувак? Серьезно, только тут? Больше негде, да? Я так понимаю, в Макдональдс там сходить. Нет, надо вот именно выбрать толчок, который находится посреди вот этого вот говна всего. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы снова начинаем играть в Happy Wheels, как обычно, и уровень от подписчика Георгия Ковалева называется For Descartes. Level is so short, sorry. Короткий уровень, извини, говорит. Ну, давай посмотрим, короткий, в любом случае много времени не займет, не страшно. Так, привет, Декарт, я твой подписчик и смотрю все твои видео, спасибо, извини за плохой английский, без права у меня не лучше особо. Русский не поддерживается в Happy Wheels. Кстати, где тут плохой английский, я что-то не заметил. Тут как бы его не так много, чтобы можно было особо судить, но, по-моему, он самый что ни на есть обычный. Русский не поддерживается в Happy Wheels, спасибо, что ты на Ютубе. Не останавливайся и записывай дальше, пожалуйста. Да, пожалуйста, я на Ютубе, без проблем. Извини, что короткий уровень. Сюда. О, боже! Короткий, не короткий, один раз просраться он меня все-таки заставил. Нажми, чтобы победить. Победа. Ну, по крайней мере, этот уровень хорош тем, что тут легко по... Что происходит, блин? Какого хрена сейчас бы... А, я опять не зашел, блин, я опять не зашел в свой аккаунт, чтобы голосовать. Ладно, неважно. Так, спасибо за этот уровень, и мы переходим к следующему. Увы, поставить пятерку я тебе, как видишь, не могу, потому что, блин... Не зашел, как, а, вот здесь вот надо отменить, да, и давай, рейтинг, this week, давайте попробуем, на этой неделе, что у нас хорошего вышло, freeze fall, 3D freeze fall, так, супер легко, па-бамс, окей, ну, я не сказал, знаешь, кому как, кому супер легко, а кому, наверное, не очень, вот нашему вот главному герою, по-моему, не супер легко, он, бедняга, уже все отбил, все кишки, все что, о, черт возьми. Супер легко, разве что мне вот, сидящему тут и трендящему в микрофон. Мне, конечно, супер легко. А вот этому чуваку, у него скоро, на нем скоро живого места не останется. Блин, придется перезаписывать, хорошо. Перепроходить. Давайте, супер... супер легко, да. Это было действительно супер легко. Хард. Это жестче. Я, кстати, как-то... Ой, блин, ты еще там... такую классную он себе воронку сделал. Еще там, я не знаю, кровать себе постели, кухню себе сделай. Плиту рядом поставь, блин, расположился он там хорошо. Хоть живи, хоть целыми днями там. За квартиру платить не надо, козел. Мне надо, чтобы ты пролетел мимо, не выстраивай там себе халабу. Что ты делаешь, блин? Я не понимаю, как люди... Это кто-то прошел? Это не проходится совершенно. Я не знаю, какой извилистой кишкой надо быть, чтобы вот с этим совсем справиться. Мастер. Ломастер. Кстати, мастер-ломастер. Реально, сейчас это в тему, потому что чувак ломает конструкции и мастер в этом. Как ты это сделал? Спасибо, что сыграли, отлично получилось. Оказывается, я там дошел. Да, ты должен быть зала... Блин, да что ж ты, мне так хочется прямо это сделать, но... Забыл. Итак, битва мечей. На. Классно. Я даже в него особо самим мечом-то и не попал, но как бы лезвием. Но рукоятка тоже, как видите, действует. Я знаю, ты сможешь это. Виртуально невозможно. В каком смысле виртуально? Что значит виртуально? Виртуально невозможно? Я же умер! А почему? Подождите, я не понял. Я вроде бы умер, то есть мне не засчитали. И музыка не заиграла. То есть мне, наверное, все-таки действительно не засчитали. Но мне засчитали. Потому что был значок победы. Давай, вот. Ага. Значит, немножко сильнее. Вот так. Просто на максимум. Да, вот смотрите, видите, теперь сработало. То есть, игра не сообразила, что я не победил и выставила мне эту победу. Но звука не было. То есть, видимо, как бы игра дала мне победу, а потом поняла, что мне эта победа на самом деле не присуждается. Интересно, я обманул Happy Wheels, представляете, обмануть систему. Победи, чтобы ты победил, проголосуй 5. Снова вот я возвращаюсь вот к этим вот потрясающим занятиям, которые мне тяжело дают. Давай, нет, чувак, подожди, у тебя почти получилось. Он руками застрял. Смотрите, у него там рука застряла как-то. Господи. Ну да, ну давай тогда, хорошо, давай оторвем руки, да, вот оторвем руки каким-то образом, и вторую тоже оторвем, говорю, оторви, что ты ее жалеешь, что это, зачем тебе нужна рука, там внизу все равно шипы, тебе все равно конец, чем раньше, тем лучше, тебя все равно никто не спасет, ой, извините, ребята, я не хотел, хорошо, пробую теперь с этой стороны, давайте слева попробуем, то раз, и поехали, в общем так, надоело, изи, согласен. Это было довольно изи. Идем дальше. Окей. В принципе, согласен. Это было довольно окей. Идем дальше. Что у нас дальше? Хард.
О, вот здесь вот мне, наверное, да. Я вот так и понял, что вот изи и окей у меня получится с первого раза. А вот с хардом придется... Так, там шипов сзади хоть нет? Нет, вроде бы нет. Будет очень обидно, если меня... Давайте тогда на заднее колесо попробуем встать. Ой. Ой! Осторожно! Каким-то образом я умудрился не повредить себе свое Happy Wheels-овское очко. Так, про. Что? Что это? Что это за кишки сейчас летели из меня? Я понять не могу. Но он жив, смотрите. Он жив, но только что я видел, как из меня вылетела какая-то гадость. Вот, где-то вот здесь она была. Вот. А, смотрите, 5-5, голосовать. Я выжил каким-то образом. Проголосовать опять-таки не могу, извини, чувак. Матрица 9, давайте, матрица. Я толстый, обрюзгший Киану Ривз с арбузом в руках. Я, ну, арбуз должен спасти меня, черт возьми. Но арбуз меня не спасает. Он должен, но он ни хрена меня не спасает. Как быть? Ой, смотрите. Но я живой. Я был живой. Я был живой и... Все, вот так, вот это другое. А, да ладно, это не страшно, это мне просто спинку почешет, в конце концов. Проголосуй, победа, проголосовал, отлично. World Fight Volcano. Ух ты. А, стой, чувак, подожди, еще такой резкий. Вот. А, и все... Не, почему я сейчас умер? Все, победа, отлично. Красивый дизайн уровня, надо признать. Просто мне интересно, а что эти ребята все делали на дне вулкана, черт возьми? Как вас туда занесло? Я что-то не помню, чтобы, я не знаю, у Дюма там в трех мушкетерах на дне вулкана мушкетеры обитали. Что люди с мечами делают на дне вулкана, я не понимаю. И что вот это? В чем соль? Мы должны секретную надпись разблокировать. Спасибо за игру, наверное, да? Да, спасибо за игру, говорит. Победа. Смотрите-ка секунду. Смотрите, что я сделал только что совершенно случайно. Давайте мы сделаем вид, что мы этого не заметили. И Декарт на самом деле этого не хотел. Ну, Декарт действительно этого не хотел. Поэтому... Все, мы ничего не видели. Bottle Run. Поехали. Смотрите, как я научился уже с этими бутылками управлять. Все эти уровни, они мне уже просто на один зуб. Спаси себя. Давайте попробую спасти себя. Если ты спас себя, проголосуй, если ты спас... Да, все, я понял. Проголосуй, если ты спас себя. Я спас себя, отлично, я жив. А вот этот вот ребенок, которому только что ананасом в голову прилетел, он должен был умереть? Ты можешь это сделать? Привет. Кому ты говоришь привет? Ананасу или арбузу? С кем ты общаешься? С кем дети любят больше общаться? Ну, умственно отсталые дети, одного из которых мы только что видели. Не знаю. Этот уровень, чтобы ты, куда бы ты там ни приземлился, все будет круто. Ну вот нормально, в принципе, приземлился, меня устраивает. Его, правда, наверное, не устраивает, что у него нет руки, но это же меня не интересует, правильно? Бросаемся мечами. Раз. Ах. О, подождите, а как бросить? Он какой-то слабенький, чувак этот. Он не бросает ни хрена. Нет, смотрите, бросил. Ну, его как-то... Ты что делаешь? Я не знаю, вот эти движения, они несколько вызывают во мне какие-то странные ассоциации. Я вообще не хотел бы думать о том, какие ассоциации они у меня вызывают, но ничего... А вот этих не надо, что ли, убивать? Ладно, как скажете, ребята. Они считают, что я уже победил. Rainbow Staircase. О, интересно. Ух ты, черт возьми. Вот что бывает, сынок, когда накуришься травки. Ну, папа, я тоже хочу покурить травки. Деда, посмотри, вот я спускаюсь сейчас по какой-то лестнице разноцвет. Тебе этого очень хочется? Да, хочется. Ну ты, сынок, и дебил. Matrix Heart. Поехали. Play again. О, черт возьми. Я жив? А вот этот сынок был тупым. Хотел курить травку, чтобы видеть разноцветную лестницу. И вырос вот таким вот старым бомжом, понимаете? Его отец теперь уже не может ему сказать, что он дебил. Но он уже это, наверное, и сам понимает. Просто делай это очень просто. Блин! Это так просто. У меня сейчас соседи, наверное, подумают, что я тут ракеты какие-то запускаю, как какой-нибудь Илон Маск, блин. О, черт! Смотрите, он жив. Ну, в принципе... Не, ну подожди. Подожди, хорошо. Допустим, это непросто, но каким образом это вообще возможно? Вот давайте об этом подумаем. Я должен как-то вот... Может быть, голова прикатится к финишу, кто знает. Pogo Fight Rainbow. Добро пожаловать в мой Pogo Fight, мой первый Pogo Fight. Я сделал, пожалуйста, голосуйте честно. Homeless Guy. Злобный безмозглый. Безмозглый. Бездомный, ну может и безмозглый, не знаю.
Ниндзя-эльф. Ниндзя-эльф тоже легко перепрыгнули. Это никто. Никто вообще не знает, кто это такой. Так что давай назовем его Лэри. Мне кажется, это чувак, я уже говорил не раз, блин, кто это такой. Это чувак из Зеленой мили, которого сюда наняли за каким-то образом. То есть. Ой. Вот это... Вот... Давай отталкиваться от мяча. Мне кажется, у нас больше шансов перепрыгнуть таким образом. Ну ты молодец. Ой, кошмар. Как ампутировать себе все? Смотрите, все, что можно, он себе оторвал, кроме вот мяча из жопы. Это единственное, что его устраивает, по-видимому, из всего этого. Вот так перепрыгнем. У нас должно получиться. Нет. Да. Да, немножко пострадай, это не страшно. Когда же... Смотрите, а если бы я снизу, я бы по-любому сдох бы там. Так, хорошо, а как здесь быть? Ну, давайте попробуем вот так вот. И... Блин, ты что делаешь? Нет, назад. Головой, блин, придурок именно. Вот именно головой. Как ты именно голову-то подставил таким образом туда, под таким углом? Ну что ж, ты совсем дурак. Ух, красиво. Вот я с ним красиво разделался, вы видели? Какое обезглавливание в воздухе, черт побери. Давай, пацан, сдохни. Молодец. Только единственное, вот эту срань бы из жопы достать, и все бы было бы отлично. Еще одно красивое убийство, и я победил. Sword Fight версия 2. Поехали. Он почему всегда так торопится? Уже не успеет, что ли? Да, я прочитаю. Ты только победишь, если упадет твоя цель. Если цель упадет... Если вот этот мудак упадет, тогда я победю. Понятно. Захвати меч и кидай в него! О. И что, он будет держаться за него, что ли? Падай давай, ты должен упасть, тогда я победю. Я не могу. Отпусть. Как заставить его отпустить? Надо из себя вытащить меч. Подожди, хватайся за меч, чувак. Правил, хватайся за меч. О. Это напоминает какую-то, я не знаю, гейскую сценку, честно. Посмотрите, за что он держится. Я не знаю. Чувак, отпусти. Отпусти, ты же хочешь, чтобы мои зрители что-то не то о нас подумали? Блин, еще раз пробуем, хорошо. Раз уж ты такой козел... Победа. Отлично. Он все-таки упал. Идем дальше. Невозможно на... Ну, как обычно они пишут, то есть невозможно. Подождите, это действительно... Я понял, в чем за... Да. А, нет, подожди, стоп. Я немножко Нужно очень легонько нажимать. Ты посмотри, как эти сволочи все рассчитали. А, я не знаю, кто придумал, но надо настолько легонько нажимать на пробел... Чтобы, вот не дай бог, а ведь чем дальше, эта штука под углом установлена? Нет, вроде бы нет. Давайте-ка посмотрим. Нет, она вроде бы прямая. Ну, слава богу, хоть она прямая. Но смотрите, мы уже почти приблизились. А, как, ой, ты куда ты так выпрямляешься, чувак? Тебе говорили когда-то в детстве, ровно держи спину, не сутулься. Так вот, забудь об этом, сутулься. Я тебя прошу, сутулься как никогда. Представься, что ты горбун из Нотр-Дама, что это косплей горбуна из Нотр-Дама, блин. Я бы... Блин, чувак, я... Серьезно. Я стану твоей эсмеральдой. Нет. Вот это я зря сказал. Не стану я твоей эсмеральдой. Ну, пожалуйста, представь себе, что ты горбун из Нотр-Дама. Я не хочу перепроходить это заново. Осталось совсем немножко. Есть. Добро пожаловать в стеклоломалку. Это легко. Это чуть посложнее. Ну, это вот будет совсем легко, да? Да, смотри. Но нет, все-таки. Да, но все-таки нет. В общем-то, тяжело все это на самом деле. И чем дальше, тем тяжелее. Честно говоря, мне кажется, что, чувак, ты уже давным-давно должен был позаботиться о том, чтобы свои чертовы шины какие-нибудь, вот эти вот, заменить и поставить их на какие-нибудь более мощные, я не знаю. Поставь себе на велосипед шины от грузовика, реально, почему бы и нет? Тогда мы вообще будем все стекла... О, нет, стоп, назад. Тебе чуть только что башку не отвалило, не оторвало, не проткнуло. Все на свете. Ход. Ну, раз уж такой ход, давайте разгон какой-нибудь возьмем. Давайте вот. Ход. Та-ра-та-та-та-та. Ну, блин, отлично. Не, я, конечно, понимаю, что это ход. Ну, раз уж это такой ход, может, надо было взять с собой зажигалочку, как-то немножко расплавить это все говно. Вот так, другое дело. И вот так. И, смотрите, две ноги получились. А теперь одна нога получилась. А теперь ничего не получилось. Вниз. Так, я боюсь. Скоро. Хорошо, подождите, а если у меня не получится вот так вот сразу разбить? То есть я могу вот так вот, да, вот так делать, и он разбивает. Хорошо. Я уж боялся, что по новой придется начинать, если сразу разгон нормально не будет. Так, ну, что я должен делать? Да он не бьет, ни хрена.
Ну смотрите, ничего не происходит. Может, у него хоть голова вниз упадет, я хоть посмотрю, сколько там до конца. Ненавижу розовый. Давай посмотрим, за что же ты его ненавидишь. Я вот уже чувствую, что я скоро буду ненавидеть синий, наверное, потому что синие кирпичики будут мешать. Да как их объезжать-то? Он что-то, я не знаю, он как-то теряет хватку на них. Блин, о, хорошо. Он их нормально не объезжает, он как будто по ним скользит. Мне это довольно сложно объяснить. У него реально сцепление теряется, вот как будто с землей. Я не знаю, какой-то странный тип. Ну, тут понятно, здесь мы вот так делаем, это легко. А где розовый-то? Розовый это вот этот, на котором мы едем, да? То есть, почему он его ненавидит? Я нормально к нему отношусь. Он мне геморроев никаких не доставляет. Я вот сейчас ненавижу синий, как бы. Вот синий я ненавижу, блин, потому что из-за синего вот со мной что происходит. Черт. Я думал, честно говоря, что он у меня сейчас в голове застрянет. Вот это было бы обидно. Как-то вот так. Ой, извини, парень. Ничего страшного. Я думаю, что ты и такой будешь... Нормально смотреться. В моем седле. Какая разница, в принципе, сколько у тебя конечностей. Тебе все равно помирать постоянно. О, опять. Смотрите, уже две руки. Уже две руки волочатся за ним. Волочатся, волочатся. Висят, висят у него. Две руки висят. Да блин! Давай вот так тогда попробуем. Ну, ничего, у нас получится, я верю, у нас. Нет, зря в нас верю. Ни черта у нас не получится. Как это пере... Вы видите, там угол такой, блин, потрясающий, что вот еще чуть-чуть, и я бы... Есть! Есть, я это проделал. Победа! Давай, победа! Победа, чувак! Победа! Что происходит? Плакут мапа! Какая плакут мапа? О, все, слава богу, победил. Я не знаю, что значит плакут мапа, но я уже возненавидел эту фразу заочно, но вроде как все закончилось более-менее нормально. Мировой скоростной так, но я так понял, нам нужно нажимать пробел и лететь вот этим чувак. Ох, смотрите, что у него с коляской происходит. Так. Голосовать не обязательно, а я и не собирался. Ну, нехило мы так влетели, а. Че, бомжа, жалко, я не знаю. Человек, представьте, и так у него кроме бутылки радости нет, у него дома нет, ничего нет. Так ему еще постоянно приходится врезаться в стены, ломать себе конечность. Бедные вот, бедные персонажи Happy Wheels, господи. Ну и напоследок зомби-шутер, поехали. Посмотрим, кого нам дадут пострелять, как будут выглядеть эти зомби, из чего мы будем стрелять. Вообще, дадут пострелять, это здорово, то есть я редко в этой игре стреляю. Rifle. Damage, Power, Speed Shot, Reload Speed. Нажмите пробел, чтобы начать игру. Ага, двигаться вперед так, а назад вот так, да? А на меня сейчас могут нападать, да? Или, блин, как он грациозно ходит. Мне нравится, он прямо как, знаете... Черт возьми, как... стреляй давай! Что-то он, я не понимаю. Что-то ходишь ты намного, блин, грациознее, чем стреляешь, чувак. Ты тоже иногда не забывай. Есть, отошел. Я успел отойти, слава богу, успел сообразить, что мне это понадобится. Так, давай-ка назад. Это не зомби, это обычные бомжи, блин, черт возьми. Хватит уже говорить, что это зомби. Уже который уровень идет, где говорят зомби-зомби. Но это же не зомби, ни хрена. Я уже говорил когда-то в каком-то из выпусков, что у меня таких зомби по улицам до хрена ходят. Они... Ой. И они не особо опасны-то, честно говоря. Я, по крайней мере, никогда не видел смысла в них именно стрелять. Смотрите, а они кончатся или я... Почему у тебя нога пропала? Почему у него нога пропала? Мне кто-то объяснит. Это такая сила отдачи, что ли, у ружья? Что ж, нога пропадает. Но он и с ногой, с одной, в принципе, справляется неплохо. Смотрите, как он гладенько так перенесет. О-о-о, назад, отходим назад. Там сейчас, я чувствую, что сейчас что-то будет. Стреляй. Да стреляй ты. А, это волшебник. Мы, наверное, не можем убить волшебника. Обратно, куда ты, блин, придурок? Так, снова волшебник, не трогай меня. Я не буду в тебя стрелять, чувак. О-о-о-о-о-о-о. Так, а, ну ладно, это в принципе еще ладно. Это не... Все, наконец-то я смог. Ну вот в таком вот замечательном виде я теперь буду, значит, перемещаться. У меня будет вот... А тебе как, тебе не мешает особо обзору там? Ты смотри, главное, чтобы тебе целиться не мешало, чувак. Мне на остальное это в принципе пофиг. Ну вроде бы, я не знаю, у тебя два глаза просто. Будет очень обидно, если окажется, что рукоятки этих мечей тебе четко два глаза закрывают так. Но вроде бы нет, вроде бы он, смотрите, стреляет, справляется нормально. Один меч у него прямо из его толстой черной пиписьки торчит. Но, так, это что? Слон какой-то ходит тут или что? Какой-то окровавленный слон. И мужик на толчке. Так. Скажи, ты больше не нашел нигде места, где заняться этими делами, чувак? Серьезно, только тут? Больше негде, да? Я так понимаю, в Макдональдс там сходить. Нет, надо вот именно выбрать толчок, который находится посреди вот этого вот говна всего. Смотрите, как гладенько я перемещаюсь между всем этим делом. Так, раз. И что?
Все, я понял. С одной ногой, в принципе, тоже, смотрите, он же справляется с одной ногой. Так, стоп, давайте посередине постоим. Как? Каким образом? Ага, вот сюда. Так, я успею. О, блин. Да стреляй, блин, ты что ж такой сложный-то левел? Вы знаете, это, по-моему, самый классный левел пока из всех, которые я играл. Но он по рейтингу где-то внизу находится, и это странно. Хороший уровень как раз, чтобы закончить выпуск. Так, не, подожди, что-то я рано расслабился. Мы еще не... Все, победа, слава богу, господи, я уже думал, что опять заново начну, опять что-то вырезать придется. Ладно. На этом заканчиваю. Если понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий под этим видео, ставьте этому видео лайк, открывайте описание внизу под роликом. Там большое количество плейлистов, есть ссылка на группу ВКонтакте, вступайте в нее. Перед вами плейлист на Happy Wheels, открывайте его обязательно, смотрите там все выпуски, прям все вот сразу. Ну, не все, конечно, сразу, ну, как-нибудь, какие-нибудь смотрите, в общем. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.